В Тверской области отменят часть электричек до Москвы. Расписание изменится на ближайшие 7 дней. Выходные 5 и 6, а также в будние дни 7 и 11 августа временно изменится расписание пригородных поездов и Москва-Тверь, и Москва-Конакова. Также интервалы движения электричек до Ленинградского вокзала увеличатся до полутора часов, а до станции до Грачевской – до 40 минут. В будние дни с 7 по 11 августа электрички на этих же маршрутах будут ходить по измененному расписанию. В сторону Москвы с 11 до 12 интервалы увеличены до часа, с 12 до 14.30 до 2,5 часов. Из столицы с 10.30 до 14.00 движений поездов не будет.